Ну, здравствуй, котик. Это че? Сюрприз тебе. Примерь. Надоело в песнях дум. Как пидор. Дорого? Да я его на секонд-хенде взяла. Концертов возвратят. У меня еще кое-что есть для тебя. Так приятно вечерами разговаривать с своей умненькой, веселой. А это что? Это тоже подарок тебе. И сказать с улыбкой нежной, незаученной: ах, птичек мой, бесхвостый и смешной, ничего, что я устал. Усталый и замученный, и немножко сумасшедший. А можно сдать обратно? Завтра сдам, а на сегодня у меня другие планы. Да не до этого сейчас. Опять аванс не выдали. Не плачь, моя красавица. Что-то тебе все время не до этого. Может, тебе любовницу завести? Любовница — это дорого. Слушай, а может, ты любовника заведешь? Заодно и деньги появятся. Может, у тебя кандидат есть? Кстати, да. Есть у нас один на работе. Сын прокурора. Сейчас наберу ему. Они дрались за женщину в июле в уборной ресторана «Каблучок». О-о-о! Кровавые стекали строи в толчок, в толчок. Один из них был белокурый ангел, на эту землю он с небес слетел. О-о-о! На золотом, как солнце, бумеранге он пел, он пел, он пел. Разбрызгивая кровь.